24 октября вы сможете посмотреть 16-серийный сериал под названием «Лихие». В нем главные роли сыграли Артем Бестров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Анна Завтур. В нем Павел Лиховцев, суровый таежный егерь и охотник на медведей. Все в округе его уважают и даже побаиваются, но денег катастрофически не хватает, чтобы содержать семью. На выручку ему приходит собственно пасека, который приносит ощутимый доход. В начале 90-х пасека разоряется, Лиховцев вынужден вместе с семьей перебраться в Хабаровск в надежде улучшить свою жизнь. Но достаточно быстро он оказывается в эпицентре местных криминальных разборок.